Каждый, кто хотя бы раз в жизни пытался очищать организм, ну, например, по методике Марва Оганян через условное голодание на жидком питании, наверняка знает, что такое интоксикация. Я, во всяком случае, пару раз точно сталкивалась в своей жизни с этим явлением и могу сказать, что это не то чтобы очень неприятно, это очень тяжело. А порой бывает настолько тяжело, что ну, просто вплоть до вызова скорой. Поэтому я, например, никому не советую встречаться с таким явлением, как интоксикация, и я знаю, как этого избежать. Раньше я не знала этой информации, поэтому допускала свои ошибки. Теперь я знаю, и я не хочу, чтобы эти ошибки допускали вы. Итак, что мы можем сделать, чтобы не допустить такого крайне неприятного явления во время очищения организма, как интоксикация? Первое – это прием адсорбентов. Это обязательно. Подробнее о том, какие адсорбенты используем мы, проверенные и надежные, вверху по ссылочке, посмотрите в этом видео. Второй момент. Обязательно научиться делать качественно клизмы, потому что если мы не будем своевременно очищать кишечник от токсинов, мы будем продолжать погружаться в состояние интоксикации. И третий момент, но по важности я бы поставила, пожалуй, его на первое место, это умение грамотно использовать эфирные масла. У меня в руках набор эфирных масел Дотера, который называется «Семейная аптечка». И крест на коробочке не случайно указывает на то, что это набор для скорой помощи. Итак, как же мы используем набор эфирных масел для предотвращения интоксикации или для ее ликвидации, если она уже наступила? Большой плюс этого набора заключается в том, что все 10 масел, которые входят в его состав, в той или иной части помогают нам справляться с интоксикацией или не допускают ее появления. Я перечислю, что это за чудесные эфирные масла. Ну, во-первых, это эфирное масло лимона, масло, которое добывается из кожуры лимона, является легким детоксикантом, ощелачиванием организма. То есть, когда мы входим в состояние интоксикации или находимся в состоянии угрозы интоксикации, эфирное масло лимона – это то, что помогает нам минимизировать уровень токсинов, нейтрализовывать токсины и благополучно справляться с этим неприятным состоянием. Далее, эфирное масло мяты перечной. Каждый пользователь эфирных масел Дотера знает, что мята перечная – это первое, что мы наносим на виски, на лоб и на область затылка при малейшей головной боли, при состоянии отравления, в том числе и при интоксикации. Также мы дышим мятой перечной прямо из флакона или из ладони и быстро справляемся с отравлением. Следующее масло, которое нам очень нужно при интоксикации, это эфирная смесь Digestzen. По-другому мы называем ее пищеварительная смесь. Что происходит в кишечнике, когда в нем накапливается большое количество токсинов? Через стенки кишечника эти токсины впитываются в кровь и благополучно отравляют организм. Что делает пищеварительная смесь Digestzen? Она нейтрализует токсины в кишечнике, тем самым освобождая нас от этого неприятного состояния. Пищеварительная смесь убирает симптомы тошноты, рвоты, неприятных ощущений в животе, в том числе состояние, которое всеми своими признаками указывает на отравление. Также мы имеем в этом наборе замечательное эфирное масло лаванда. Всем известно, что когда у человека наступает состояние интоксикации, он начинает нервничать,
Я бы даже сказала что-то похожее на паническую атаку. Эфирное масло лаванды прекрасно помогает справляться с паническими атаками. Достаточно только нанести его на виски, дышать с ладоней или заправить эфирное масло лаванды в диффузор и дышать парами лаванды. Наступает успокоение, расслабление нервной системы, и мы входим в состояние спокойствия, легко справляемся с интоксикацией. Еще одно очень хорошее масло в этом наборе – это эфирная смесь Бриз. Вообще эфирная смесь Бриз, она направлена на здоровое функционирование дыхательной системы. Но когда мы входим в состояние интоксикации, мы должны поддержать все свои выделительные системы, и в том числе дыхательную, которая тоже выполняет функции выделения. Поддерживая дыхательную систему и давая себе более легкое и облегченное дыхание, мы тем самым тоже помогаем себе справляться с интоксикацией. Эфирное масло чайного дерева. Оно направлено на устранение кожных проблем. Вы скажете, при чем здесь кожные проблемы, да, и интоксикация? Дело в том, что во время интоксикации ваш организм пытается освободить вас от повышенной токсичности через все выделительные системы. И через кишечник, и через мочевыделительную систему, и через дыхательные пути, и в том числе через кожную систему. Кожа тоже может пострадать от избыточного количества токсинов, и она реагирует на это. Либо покраснением, зудом, сыпью, прыщами, волдырями, чем угодно. И в том числе на интоксикации кожа может выделять большое количество токсинов с потом, с салом. Когда мы нейтрализуем поверхность кожи эфирным маслом чайного дерева, которое прекрасно борется с патогенами такого рода, мы помогаем своему организму нейтрализовывать токсичную среду. И еще у нас есть здесь замечательное эфирное масло ладан, которое является просто королем в этом наборе. Эфирное масло ладана действует абсолютно на все системы, и в том числе на наше эмоциональное состояние, когда нам хочется привести себя в равновесие, да, успокоиться и как можно быстрее преодолеть состояние отравления. Эфирное масло ладана действует и на выделительные системы, и на пищеварительную, и на эмоциональную сферу, и на всех уровнях. Оно оказывает на организм такое успокаивающее и выравнивающее действие. Таким образом, весь набор направлен именно на то, чтобы помочь вам в критический момент вашей жизни самостоятельно справиться с тяжелым состоянием и не вызывать скорую помощь. Если вы смотрите это видео в апреле, то для вас хорошая новость. Именно в апреле 2023 года этот набор стоит дешевле на 2000, плюс к нему еще идет подарок — эфирное масло дикого апельсина. И есть еще один замечательный бонус при регистрации в апреле. Это в подарок 50 баллов. Что такое 50 баллов? Это виртуальная валюта doTERRA. И на эти 50 баллов можно будет в последующем купить еще дополнительные масла, которые вам потребуются во время очищения организма. И в первую очередь я бы посоветовала на эти 50 баллов купить эфирное масло Зендокрин, которое прекрасно справляется с проблемами печени. А мы знаем, что печень, как главный фильтрующий орган, очень задействован во время очищения организма. Итак, прекрасная возможность справиться с интоксикацией и прекрасный шанс взять этот набор намного дешевле именно в апреле. Все необходимые ссылки найдете внизу под этим видео.